Ну, еще нам по всему, почти что по всему периметру нужны будут вот такие отбойники, чтобы не пробивали сетку наши роботы. Как его сделать? Сейчас мы сделаем. Отключим все. И мы с вами сотворим такую штуку, используя инструменты 2.9. Так, берем мышь. Куб. Вытаскиваем его немножечко повыше. S по Z. Вот так. Далее мы его размечаем. Идем в Edit Mode. Говорим Ctrl R. Так, в чем дело? Мы не перешли, что ли? И говорим Ctrl R. Да, мать твою. Я все время путаю. Shift R и Ctrl R. Ctrl R. Вот, мы сделали вот так. И теперь по оси S, по оси Z мы ее расширим. Ну вот, скажем, вот так поставим, да? Что я имею в виду? В новой версии появилась вот эта вещь. Если мы сейчас так вот этот полигон, то мы можем его просто задвинуть, и все. Вот так. Ну это же разве не прелесть? Далее. Мы с вами можем взять вот это. Ctrl-R сказать. Отлично. И вот эти две вытянуть, заострить их. G по иксу. Вот так мы их заострили. Так. Вот это нам надо сделать bevel. А внутри не обязательно. Что мы будем делать bevel? Вот так. Но это много. Чуть-чуть. Вот так достаточно будет. 0,3. Отлично. А далее мы можем теперь вот так. И здесь Ctrl-B растянуть эти. Но тогда у нас получается эти тупые. Нет. Мы возьмем только вот этот и этот. Вот это ребро. Вот это ребро. И мы его растянем сейчас. Ctrl-B. Вот так. Мы его растянем. Прекрасно. Далее делаем следующее. Еще раз Ctrl-R и на 2 и поэтому тянем. S вниз. Опа, Z. Немножко вот так. Отлично. Далее мы берем теперь вот этот выделяем и вот этот. Этот нет. Этот. Но почему вот этот я сказал? Ну, странные ребята вы. Почему он стал так действовать? Ну ладно. Сейчас мы их вытянем. Опять же использует этот инструмент. Так вот вытянули. Теперь вот этот. Я не понимаю, в чем дело. Подождите, ребята. Что он ерундит? Так. Все-таки как бы я не хотел. Видать, он что-то тут все-таки не хочет, если не до конца делать. Ну ладно, мы сейчас тогда скажем Ctrl-V, растянем ее. Вот
Так. И здесь делаем два Ctrl-R-чика, которые соединим вместе. Потянем их S по Z внутрь. Вот так. Все. И теперь возьмем этот и это теперь все правильно. И тащим его с помощью этого. Это наши будут опоры. Так, а эти два ребра мы можем потянуть G по оси X. Вот так. Отлично. Ну и вот такие у нас будут отбойники. Один из них мы покрасим в желтый, второй в черный цвет, поставим друг на друга и получим вот такие отбойники. А этот мы в запас оставим на всякий случай. Хотя нет, он другого размера совсем. Мы его выбросим. И оставим только вот эти. Да? Чудесно. И теперь вы это тоже знаете. Хорошо. Здесь вы видите, что я в отбойнике применил Array 8 штук. Можно до конца вообще сделать, но мне не нужно это, потому что я не знаю еще. Здесь должны вставить всякие приспособления. Как я сказал, в виде мясорубок и тому подобное. То есть будет страшная вещь. Хорошо, договорились на этом. То есть делайте такую штуку, если хотите, и мы с вами в следующем видео продолжим. Ну, а пока. Всем вам доброго. Теперь, ребята, нам надо сделать мясорубку. Пока у нас время есть, давайте сделаем. Так, сделаем ее так. Mesh. Plane. Plane мы сейчас соединим вот эти точки. Пока что решим, что вот эти. Вот это и вот это. И скажем M, центр. Все, отлично. Далее берем просто и отодвигаем на нужную нам длину. Вернее, диаметр. Вот G по X, вот так отодвинем. Так, к примеру. А дальше идем. Тут есть такой интересный хрю. И мы смотрим на этот скрю-хрю. Вот он начинает подниматься, но это не совсем то, что нам надо. Я думаю, что проблемка заключается в том, что у нас должен быть вот здесь объект. Во-первых, мы должны все убрать. Вот так. И после этого мы можем скрю делать. Скрю. Вот. Такое скрю должно нам понравиться. Теперь идем, выбираем наш этот. Подождите, сейчас я пока уберу. Мне как бы. Ну ладно. Давайте повернем его. То есть R по X на 90. Вот так. И откроем еще раз. Вот. И теперь мы скажем скрю. Вот она наша скрю. Она же хрю.
мы можем делать как мы хотим. То есть смотрите, мы сейчас вот допустим возьмем это, да, и скажем: дорогой наш, давай G. Вот так я тебе заострил, вот так вот, и будешь ты сплошной хрил. Дальше мы можем вот эти, G-паз это немножечко их сдвинуть, это сюда, так, чтобы лезвия были видны, так. И здесь увеличить количество этих, ну, скажем, 32, чтобы, ну, было поглаже. Так, и вот теперь мы можем, сколько нам надо этих скрю. Допустим, вот столько, да? Можем вот так сделать, можем так сделать. И, допустим, посмотреть, как нам будет лучше, удобнее. Вот так, более острый сделать, наверное, вот так, да? И проверим, сколько нам надо и какое расстояние. Если после этого мы поставим сюда трубу, то есть просто цилиндр. Нет, не сюда, ребят, не надо сюда нам. Мы сейчас выключим это. Объект вот так и поставим сюда трубу. Так, тут, ну зачем нам циркл-то, ребят? Нам совсем циркл, нам нужен этот, господи, нам нужен цилиндр. Вот он, цилиндр. Это не цилиндр опять? Что ж такое? Меж, ну, цилиндр. Я же говорил. У него должно быть как минимум, ну, 120, пускай будет 19, 20, неважно. И поднимаем его по высоте. Так. Смотрим, какой у нас диаметр получается. Ну-ка, дырки видать? Видать. Поэтому мы его радиус увеличим маленько. И поднимем наверх. G наверх. В итоге мы получили замечательную мясорубочку. Какая нам и нужна будет. Да? Запомнили. Я потом еще ее, может быть, поправлю как-нибудь. Не знаю, посмотрю. Мне кажется, все нормально. Мы можем этот объект, edit mode, вот этот, где у нас вот этот вот. Да, вот его. Где у нас кончик-то вот этот был? Так. Это да, мы возьмем сейчас edit mode, и тогда мы можем уже конкретно вот прижимать ее сюда, да, делать меньше, больше, выгибать и так далее. То есть это очень хороший инструмент, мне очень нравится. То есть вот советую, а потом мы начнем их уже делать крепления где-нибудь, стоять, подгонять и так далее. Но это в следующем видео. А на этом я с вами пока прощаюсь. Пока-пока.